Заслуженный работник пожарной охраны еврейской автономии. Предложение об учреждении нового почетного звания поступило в парламент региона. В случае принятия законопроекта существующий перечень наград области может быть дополнен. Определено положение для присвоения, кто и за какие заслуги получит право быть представленным. Кроме того, отдельно пропишут требования к стажу работы на территории области, наличию иных поощрений. Добавлю, сегодня в регионе действуют 45 пожарных подразделений. Работу с риском для собственной жизни ежедневно выполняют свыше 750 человек.